заключительная, наверное, третья часть. Так, цель ее простая. Добавить второй инструмент. То есть у нас сейчас есть топорик, а нам нужен будет кирка. Так, пикакс. Майнинг тул. Да пофиг. Да. Так. Так, что нам нужно? Почему делай ту? Свод, сплит. Ну, проверим, что это такое. А, тут с иконочкой, да. Ой, даже с этой иконочкой. И он даже отображает, что собрался. Нет, меня такое не устраивает. Дел. Это вот это было, да? Вот это возьмем. И посмотрим. Так, это где вообще у нас ошибка стала вылазить? Модель, дебет. А, это здесь. В вокальном скрипте. Кабель застрял. Ага. Иконки не называют. Да? Ну, по большому счету, как она выглядит. Как-то так. Это что, интересно, такое? Угу. А вот это? Вес. Отсюда. Ну, если я правильно понимаю, этого ничего нету. Да. Поэтому оно кривовато выглядит. Ой-ой-ой-ой. Да тула слишком много. Делается. Нам надо что-нибудь попроще. Даже не глянул, что внутри. О! Только не работает, да? А так все замечательно. Даже разбираться не буду.
Интересно, а зачем нам торсо? Ой. Если ударил по гуманоиду, да ой-ой-ой-ой, сколько тут всего. Ну, очень старая, видать. Все deleted, deleted. Сейчас дольше буду искать его. Опять в нем ошибка, да? Ну да, в нем. Ладно, все равно потом делать придется. Что внутри там? Дофига всего. А это что у нас? Связующие. А зачем? Два однотипных скрипта. Это что? А, можно сделать вот так. Для начала. Теперь вот это. А, третий раз. Где же они этот скрипт понатырили-то? Что-то тут не то. Что, еще и из блока сделанный? Ой, мать честная. Идеальное решение. Вместо одного меша сделать 4. Не пойдет. Вот подряд перепробовать. Это надо лыть. Сразу убрать. Скрипт стандартный какой-то. Стандартный. Ладно, посмотрим. Надоело уже перебирать. Махать машет. Все, машет, слава богу.
Без звука, ну да бог с ним. Переделаем, потом все равно переделаем. Итак, на основе нашего топора скрип ножа. Так, во-первых, копируем сюда. Копировали. То мы меняли. Здесь мы ничего не меняли. Мы ставили подключение скрипта перед ударом и отключение после удара. Хорошо. Посмотрим, что здесь у нас. Где у нас? Если to enable. Понятное дело. Отключаем sound enable. Находим. Если humanoid. Угу. То есть если в руках, не в руках гуманоида. Так, вот наш атак. Вот этот атак. Переносим сюда. Возвращаем. Так, теперь нам нужен он touch. Она у нас вот трубцы. Мы попробуем вынести ее отдельно. Отдельно у нас. Ну, посмотрим. Так. А здесь меняем их местами. Ну, пойдем проверим, достаточно ли этого. По 17. Интересно, мы по нему попадаем вообще? Пойдем что-нибудь побольше найдем. Судя по всему, либо он не работает. У нас надписи вот этой не было, значит он вообще ни по кому не попадал.
сразу включим наш инструмент. Одна из двух. Он вообще не работает. Ой. Пашем, как я думал. По идее, у нас к названию не привязано, а что должно работать просто копированием. Так. И найден креатор. Что у нас в инструментах не так? У нас здесь еще анимация, которой здесь нет. У нас здесь креатор зачем-то. Ладно. У нас здесь damage. Ну и handle тут тоже есть. Альбо имя поменять. Я так понимаю. Креатор — это тот, кто наносит все это у пикакса, да? Анакьюб. Так, ну давайте креатор. А, здесь просто. Ой. Веряем наши часы, как говорится. Аниматор, аниматор, креатор, креатор, дамаж, дамаж, найф, найф, хендл, хендл. Ух ты. Тогда что же у нас не так? Звуки. Я проблема в звуках. Thank you.
Fresh Trail Enamel. Естественно, его тут нет. Вот это. Главный минус инструментов и стула. Ага, все-таки попадал. Теперь у нас, по идее, должно быть соломы давать больше, чем... Хач 11, вот треть, хач 1, да, да, то есть как и предполагалось. Теперь у нас в основном дерево. А теперь у нас будет... Теперь солома. Вот, собственно, два тулса. Менять скрипты надо, потому что нам это вот лишнее телодвижение как-то не нужно. Собственно, все. Значит, можно. Вот добавляем мотивацию. Наш точ. Он же в нашей атаке. Перед атакой подключаем. После атаки отключаем эту функцию. Ну и не забываем, что нам надо добавить файл настройку. Все, любой теперь инструмент можно настроить на добычу полезных ресурсов. И в том порядке, в каком надо. Если нам понадобится сюда еще что-нибудь, допустим, мы из камня будем добывать еще третий ресурс какой-нибудь. Мы просто сюда добавим еще один вариант. Добавим, ну, скажем так, 15, 33. Но нам совершенно не важно, чтобы это в сумме давало 100. Это просто при ударе, какой шанс получить ресурс из 100%. И, соответственно, сколько при 100% второй раз выдаст нам саму сумму ресурсов. Если нам и понадобится третий ресурс, мы сделаем сюда запятую. То есть, допустим, мы будем из дерева, из камня, ну, не знаю, там, да пусть будет из воды, нам-то все равно. Главное, чтобы у нас на нашем, так сказать, в нашем мире этот ресурс присутствовал. Тогда при ударе по нему мы его будем получать. Вот, собственно, как-то так.